хороший барс. Алло. Новости для меня есть? Я поговорил с ним. Проблемы больше нет. Хорошо. Барс. Все, давай. Алло. Сынок, дело есть. Встретиться нужно. Хорошо, подъеду. Извини, что разбудил. Я у себя буду после трех. Ну, поспи еще, поспи. О, Артурчик, привет. Как сам? Здорово. Здорово, Артур. Здорово. Марк Аркадьевич? Да. Понял. Марк Аркадьевич. Артур. Что за дело? Ты, Артурчик, знаешь, как я к женщинам. Ну, так просто всегда относился, да? Есть они? Есть. Нет, и хрен бы с ними. Ну, а тут, понимаешь, вдруг месяца два назад увидел я тут девушку. Встал, подошел, ну, познакомился. И что ты думаешь? Она со мной не то, что там брыкаться давай, кокетничать, никак эти шалавы, нет. Она со мной по-человечески стала разговаривать.
И мной интересоваться ты можешь себе представить? Мной! Короче, запал я на нее. Я-то тебе зачем нужен? Замужем она. А муж у нее сучонок, понимаешь, да? Коннор сдолбанный, бьет ее постоянно. Причем так, что он неделями отойти не может. Это девочка, маленькая, молоденькая девочка. А зато любовь, которую она мне дает, я на все готов. Надоел он мне, сучонок этот. Займешься им? Что? Что? Как-то не по понятиям все это, угрюмый. Из-за бабы человека... А разве я не понимаю? Я поэтому к тебе обращаюсь, понимаешь? А не к своим бойцам, которые этого не поймут. Ты, конечно, угрюмый, извини. Походу, я этого тоже не пойму. Хорошо, пусть звонит. Что-нибудь еще будете заказывать? Привет, Леш. Ирину пригласи ко мне в кабинет. Документы готовы? Все сделали. Вам принести? Угу. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Света. Марк Аркадьевич дал ваш телефон. Я понял. И как нам поступить? Давайте встретимся во дворе дома 67 по Волгоградскому проспекту. Я буду на черной BMW 5-й модели, номер 069.
Добрый день. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Хорошо. Адрес, где вы живете? Улица Изумрудная, дом 18, квартира 124, третий подъезд. Во сколько муж с утра выходит из дома? 8 утра. Охранник поднимается за ним на лифте, звонит в дверь. Они спускаются вниз и уезжают. Когда я могу его увидеть? Завтра мы вместе выйдем из дома. Все, у меня больше нет вопросов. Если вы понадобитесь, я вам перезвоню. Алло. Артур Витальевич. Привет, Ир. Вас только что искали какие-то люди. Кто такие? Я не видела их раньше, но, по-моему, очень опасные. И что ты сказала? Я сказала, что вы уже уехали, но, мне кажется, они знают, где вас найти. Не волнуйся, я позже перезвоню. Thank you.
Умница к тому же. А какая ласковая. Она бы не заботится, понимаешь, как о ребенке. Ну, до слез я тебе говорю. Короче, я никогда не думал, что у меня в жизни вообще такое может быть, понимаешь? И так тепло мне с ней. Хорошо. Волгоградский, 102. Огнестрельное в живот. Алло, 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 кто говорит? Алло! Саня, у нас проблемы. На базе у старика всю братву положили. Да ты что? Угрюмого тоже? Да. Что делать будем? Жди. Сам позвоню. Все. Добрый день. Сержант Флейта. Ваши документы. Флейта. Артур Витальевич, из машины выйдите, пожалуйста. Возьми. Что вы здесь делаете? Да командир с женой поругался. Ехать некуда, вот и торчу здесь. А что случилось-то? Да с бабой меня с другой застукало. Прикинь, месяц уже ругаемся. Вчера достал, я взял, уехал. В следующий раз в гостинице ночуй, чем машиной куковать. Ладно, давай, счастливо. Ладно, спасибо, мужики. Здорово, Серега. Здорово. Погоди, в коридор выйду. Говори. Встретиться надо. Я не советую сейчас со мной встречаться. Я понимаю, но мне действительно нужно встретиться. Так, давай через 2 часа на нашем месте. Ну, здорово. Здорово. Красивое место, а? 100 лет здесь не был. Считай, с нашего дембеля. Помнишь? Ну и что ты натворил? Бизнесмен ваших рук дело. Почерк твой. Ну, допустим, Серега, что? Ты не понимаешь, что ты начал? Да ничего я не начинал. Сделал то, что должен был.
Ну хорошо. А зачем Угрюмый на это пошел? Это личное дело. Какое нахрен личное? Ты знаешь, кого ты завалил? Кого? Это кассир аргентинца. Аргентинца, понимаешь? Он-то вам зачем? Что вы с ним не поделили? Ой, Артур, на кого вы пасть разъявили? Серьезно. Я думаю, меня подставили. Как, впрочем, и всех нас. Возможно. Одно в этой ситуации хорошо. Семьи у тебя нет. Давай пройдемся. Я тебе все объясню. У аргентинца было два человека, которые заведовали его финансами. Первый, кого завалил ты, его бессменный бухгалтер на протяжении 15 лет, который довольно круто приумножил его капитал. Надежно спрятал, далеко и крепко. Так надежно, что даже сам аргентинец не имеет к нему доступа. Все было устроено так, что работало по принципу живого ключа. Живым ключом были три человека. Первый сам аргентинец, но он не выездной. Второй бухгалтер, которого ты убил, и третий некто Макс. По нашим сведениям, племянник аргентинца. Проблема в том, что примерно месяц назад исчез третий ключ, то бишь Макс. Аргентинец заподозрил Угрюмого. Во всяком случае, такая была наводка. Аргентинец решил, кто-то похитил племянника, убил бухгалтера, и он же подбирается к счетам. Ну, ты понимаешь, о ком я говорю. Вот. Пока аргентинец не выездной и не имеет дистанционного доступа к счетам, он решил просто обезопасить себя и на всякий случай грохнуть всех вас для надежности. Кстати говоря, деньги хранятся в Чехии. Полгода назад там было всего-навсего 120 миллионов евро. Все, у меня больше нет вопросов. Если вы понадобитесь, я вам перезвоню. Скажите, вы всегда так разговариваете с клиентами? Вы не клиент. Тем более. Я думала, Марк Аркадьевич даст мне понимающего человека. Вам куда? Смольный проезд, дом 15. Садитесь. А вам по пути? Нет. Тогда почему вы меня подвозите? Потому что такая девушка, как вы, может легко оказаться мишенью на дороге. Я бы не хотел, чтобы с вами что-то произошло. Марк Аркадьевич мне этого не простит. Извините, Артур, а вы не могли бы повернуть к химчистке мне буквально на 3 минуты? Хорошо. Теперь на Смольный? Да, если можно. Я маме на пальто заброшу. Ну, хорошо.
часто у вас эта пьянь сидит у подъезда. Спасибо, что решили мне помочь. Возьмите пальто. А может, вы пройдете? Зачем я это делаю? Здравствуйте. Здравствуйте. Со Светой я могу поговорить? Здесь нет никакой Светы. В смысле, как нет? Так, нет и не было. Но здесь мама Светы живет, правильно? Ни мама, ни сама Света здесь не жили и не живут. Как не живут? Я недавно был в этой квартире. Послушайте, молодой человек, я живу здесь уже почти 15 лет и точно вам говорю, никакая Света здесь никогда не жила. Извините, ошибся. Хотя постойте. Вы знаете, я квартиру сдавала на месте через агентство. И, может быть, как раз она и жила здесь в этот момент. Скоро поедем. Давай отложим все, что мы хотим сделать. Почему? Потому что ты после этого не захочешь со мной встречаться. А я хочу тебя еще раз увидеть. Хорошо. Все равно никуда не тороплюсь. Не бери трубку. Вдруг это ты звонишь? Удачная шутка. Алло. Привет. Ну, вообще-то работаем. А я купила мороженое. Ну и что? И хочу его съесть. Ну так съешь. А ты разве не хочешь? Ладно, давай, я тебе перезвоню попозже. У меня ничего не получается. Секундочку. Я тебе перезвоню, у меня люди. Здравствуйте. Добрый день. Давайте помогу. А вы умеете? Ой, огромное вам спасибо. А то я такая неумеха. Mm-hmm. Судя по всему, вы к нам по делу? Вообще-то да. Я вас слушаю. Понимаете, какая штука? С девушкой с одной познакомился. Она взяла, с квартиры неожиданно съехала. А у меня ни телефона, ни адреса нет. А квартиру она через ваше агентство снимала. Такую информацию мы посторонним людям не даем. Инструкция. Но я попробую вам помочь. Правда? Спасибо. Точный адрес квартиры скажите. Смольный проезд, дом 15, квартира 142. Вадим, привет. Это Татьяна с ресепшн звонит.
Ты можешь пробить квартиру по базе и кто ее последний снимал? Смольный проезд? Дом 15. Дом 15. Квартира 142. Квартира 142. Так, хорошо, записываю. Даже так. Спасибо, дружочек. За мной должок. Значит так. Эту квартиру снимал молодой человек. Аспирант. Ну, во всяком случае, он так говорил. А когда он ее снимал? В прошлом месяце. У них там в общежитии ремонт собирались сделать. Ну, вот он и обратился к нам. А телефон или адрес его остался? А зачем нам его телефон? Связаться мы могли с ним по телефону в квартире. Обычно мы так делаем. А я в детстве ходила в вокальную студию и подавала большие надежды. А родители, переживая за мой голос, запрещали мне есть мороженое. Представляю, как тебе хотелось его наесться. Угу. А потом, наверное, ты так много его съела, что не смогла спеть на каком-нибудь важном концерте, да? Угадал. Спой что-нибудь. To find you, I don't know how to reach you. I hear your voice in the way, I feel you under my skin. Ира, привет. Артур Витальевич, Марк Аркадьевич вас разыскивает. Марк Аркадьевич? Да, говорит, у вас телефон выключен. Давно он звонил? Последний раз полчаса назад. Судя по голосу, он не в духе. Хорошо, давай, я буду позже. Ладно. Мы делаем что-то не то. Что ты имеешь в виду? Ты же понимаешь, нам все равно не дадут быть вместе. Все зашло слишком далеко. Хорошо. Я все поняла. Ты просто боишься Угрюмого. И тебе совершенно наплевать на мои чувства. Ты не испугался. Ты струсил. Газету с объявлениями, пожалуйста. Алло, добрый день. Собачку еще не продали? Нет. А что, вы хотели купить? Ну, наверное, да. Простите, а вас как зовут? Мария Андреевна. Мария Андреевна, а что у нас тут такое случилось? А вы что, не знаете?
Да нет, я вот трое суток отработал. Убили здесь. Или бизнесмена какого-то, или банкира. В нашем доме жил. Как убили? Так, снайпер вот напротив сидел. Мы сами-то с ним не очень общались. Только видели, как он уезжал да приезжал. Да, да иногда то девки к нему какие-то приедут, то мужики какие-то суровые. А так в основном все один да один. Вот ведь как бывает, а? Жил человек и нету. Это точно. Да. И что же он, все так один и жил? Да говорю ж, ни жены, ни детей. Ой. Давно он здесь жил? Да, много лет. Ну ладно, Мария Андреевна, пойдем. Угу. Счастливо. Удачи. Пока, Грей. Привет. Привет. Что-то случилось? Нет, ничего. Давай встретимся. Я не могу. Почему не можешь? Такой ты не захочешь меня видеть. Почему же это? Я же тебе звоню. Ну, вряд ли тебе понравится, что ты увидишь. Я все равно хочу тебя увидеть. Хорошо. Давай встретимся через час на проспекте Мира в ресторане «Чай». Добрый день. Вы к нам? Добрый день. Да, я к девушке. Пожалуйста, проходите. Что? Я пыталась поговорить с ним о разводе. Выйди завтра вместе с ним. Все, мне пора. Все произойдет послезавтра. Если, конечно, он не поменяет планы. Тебе сколько льда? Один кубик. Один кубик. Боишься остыть? Часов вас устроит? Хорошо, я записала. Угу. Всего доброго. Здравствуйте, девушка. Добрый день. Вы у нас первый раз? Ну, не совсем. Скажите. Скажите, а вот это у вас естественный загар или яркая демонстрация возможностей вашего заведения? Очаровательная улыбка. Спасибо. И сколько раз нужно сходить в солярий, чтобы быть похожим на вас? Ну, на меня вы вряд ли будете похожи. Но, в принципе, 2 недель достаточно. Отлично. Катя, а это не ваш портрет висит на Кутузовском проспекте? Нет, навряд ли. Странно. Одно лицо. Такая же красавица. Вы меня смущаете. Я вас смущаю? Да вы меня смущаете. Я даже забыл, зачем я сюда пришел. А зачем вы к нам пришли?
Кать, мой шеф влюбился в девушку, а она не оставила контакта. Так вот, совсем недавно мы ее привозили к вам сюда, в солярий. Ну, не знаю, смогу ли я вам помочь. Ну, такая шикарная блондинка с длинными волосами, с большими голубыми глазами. Катюш, выручай подневольного работника, иначе шеф осерчает. Ну, если только для шефа. Ну, конечно. Я, кажется, поняла, о ком вы говорите. Такая девушка действительно к нам ходила раньше. А что, больше не ходит? Последнее время я ее не видела. А как мне ее найти? Я точно не знаю. Дело в том, что она купила абонемент, а телефона не оставляла. Если я не ошибаюсь, наш директор рассказывал, что видел ее в каком-то клубе. Катюш, а ты можешь поговорить с директором и узнать адрес этого клуба? Ну, я могла бы попробовать. А что мне за это будет? Я вас поцелую. Ты пока узнай адрес, а я тебе перезвоню попозже. Идет? Если хочешь, можем вечером встретиться. Наш телефон. Мы заканчиваем в 8 часов. Отлично. Тогда я позвоню. Ты сердце.